Ремонт детской поликлиники начался осенью 2019 года. Подрядчик – компания «Алевстрой». Стоимость госконтракта составила почти 95 миллионов рублей. В рамках ремонта в здании были полностью обновлена кровля, заменены все инженерные сети, а также окна и двери. Строители отреставрировали фасад, по возможности сохранив исторический вид здания. В поликлинике появилось подъемное устройство для маломобильных пациентов, а также новый современный рентген-кабинет. У нас здесь 9 участков педиатрических, 9 педиатров работают, врачебная бригада с медицинскими сестрами. Здесь также есть узкие специалисты, эндокринолог, невролог, зал ОФК, ну и много других кабинетов, процедурные, прививочные и так далее. Отремонтированная поликлиника будет обслуживать примерно 8500 детей. У нас есть несколько видов обследований, исследований, которые мы можем проводить здесь на Ленина 20. Это ЭКГ, исследования, ультразвуковые исследования и рентген. Специалистов, врачи, педиатры, работают две смены. Узкие специалисты, офтальмолог, лор, эндокринолог ведет здесь прием, травматолог, ортопед, невролог. Поликлинике на Ленина 20 присвоено имя севастопольского педиатра Сергея Устинова. В начале года он скончался от коронавируса, и многие севастопольцы выступили с инициативой увековечить его память. Открытие отремонтированной поликлиники – долгожданное событие как для пациентов, так и для медицинских работников. На время ремонта прием пациентов был организован в поликлинике на проспекте Генерала Острякова, 37. Спасибо огромное нашему населению, которое выдержало нашу поликлинику на Острякова, где принимали, представляете, 18 участков Острякова поликлиники и плюс 9, те, которые были с Ленина. Вот полтора года вынуждены были работать в таких условиях. Здание на улице Ленина, 20 – объект культурного наследия. Дом был построен во второй половине 19 века. В 1926 году в нем размещалась санчасть управления военпорта, а затем – поликлиника моряков. Во время Великой Отечественной войны здание было частично разрушено. В основе архитектуры главного фасада лежит классическая композиция. Он выполнен в эклектичных формах с элементами Ренессанса. Сложности были, так как оно представляет историческую ценность. Часть конструкции была сохранена, отреставрирована. Где-то каких элементов не доставало, их сделали под контролем реставраторов. Ну, в общем, сохранили первоначальный вид. Даже лучше сделали, подкрасили, побелили. Обновленная поликлиника имени Сергея Устинова открыла свои двери 24 февраля и будет работать с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов. Николай Кузнецов, Дмитрий Лелека, 7 Информбюро.